пройдя возле метро, направляюсь к Уману. Это на перистам Ларед написано. Ну что, друзья, столько людей было в Хумане, все по 3 лари для взрослых, 2 лари детские и аксессуары по лару. Так что новый товар постоянно выносили. Невозможно было все рассматривать, потому что людей было, вернее, есть там много. Я пальто нашла хорошее. Если что, не знаю, подойдет, не подойдет. Будем смотреть. Новое, хорошее, серое пальто. Выходила, было так солнечно, тепло. Сейчас ветер поднялся. Как-то тучки, смотрите, какие. Дождик, наверное, будет. Людей, как всегда, подойду к цветочкам. Какие здесь интересные цены. Комнатные растения интересные. Цены, конечно, здесь по сравнению с Амгори немножко подороже. Но туда надо идти. А здесь вот прямо под боком. Хотя там у нас еще и поближе есть. За 3 лари я видела хорошие цветочки прямо возле нас. Так что пока я присматриваюсь, потому что мне должны, обещали принести, подарить. Так что я жду пока, какие у меня будут, чтобы уже потом знать, что прикупить. Иду сейчас еще куплю горшки для цветочков. И, как всегда, Люси песок. Быстро она его израсходивает. Сейчас холодно, наверное, потому что чаще что-то в туалет ходит. Ох, ветер, правда, поднялся. Здесь тоже вещи. Тапочки тепленькие. О, у меня есть дома. Какие красивые, смотрите. Тепленькие, высокие, как раз для нашей зимы. В моих условиях, ну, где нету центрального отопления. Так, мне сейчас надо перейти. Я уже знаю этот магазин, где горшки покупать, поэтому я сократила дорогу, по прямой пошла. По-моему, эта улица называется Шуан. И здесь людей поменьше. А там то базар, идут люди на базар, то вещевой рынок тоже. Много на Колоубанской людей. Ну, это Джавахети по прямой, потом уже Московский проспект, сам город. Я тоже собиралась, но сейчас передумала идти туда, потому что лень. Вот пальто купила и все, неохота место занимать. Не тяжелая, но огромная. Куда мне, чтобы... Я уже и забыла этот магазин. Здесь, по-моему, где-то. И, как обычно, у меня маршрут по базарчику. Натя, привет!
стою на остановке, жду транспорт. Сумка тяжелая, и одна, и вторая. Песок купила, так что еще и виноград взяла на базаре, горшки купила. Побыстрее бы что-нибудь пришло, раз. Автобус был, но много людей было внутри, я хочу как-то сесть, потому что тяжело держать в руках. Еще должна хлеб в магазин зайти. Вот так, друзья.